Предлагаю провести сегодняшнее утро в компании Татьяны Зайдаль, культуролога, лектора по истории искусств. Доброе утро, Татьяна. Очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Татьяна, расскажите, когда пришла идея делать лекции по искусству? Вот наш век, наверное, Инстаграма, фото еды, котиков и прочего. И когда вы поняли, что это нужно? В прошлом году у нас с Аней Самарской, руководителем проекта «Аудиториум» образовательного, в рамках которых я читаю лекции, возникла идея читать лекции по истории искусства. И это был такой общий курс. Ну, в этом году у нас уже идут специализированные такие циклы. В частности, я читаю сейчас «Sacred Art», «Сакральное искусство». Но когда вы поняли, что вот это все нужно, наверняка, может быть, на первой лекции приходило много людей или нет? Как вот оно шло становление? Знаете, зависело от темы. Если тема в тренде, скажем так, если она интересна, то тогда да, приходит больше людей. Но в любом случае есть люди, которые посещают весь цикл. Было несколько человек, которые отходили весь год, и это было потрясающе, потому что этим людям нужно в 7 вечера выделить время, 2 часа после работы и заняться чем-то другим, и причем заняться чем-то, где понадобится мозг. Если лет 15 назад еще сложно было представить, что люди пойдут массово на лекции о каком-то искусстве, да, не о зарабатывании денег. Кто вот эти люди, которые приходят к вам сегодня? Абсолютно разные возраста, профессии, разные занятия. На самом деле, люди, которые приходят, видно, что они интересуются по-настоящему и по тем вопросам, которые они задают, по тем дискуссиям, которые у нас выходят, в итоге видно, что это люди с подготовкой какой-то. Да, по крайней мере, с большим интересом. Хотя мои лекции, они направлены на людей, которые с любой подготовкой. С нуля, да? Можно приходить с нуля. Но я думаю, что приходят сейчас, потому что ускорилось время очень быстро, и сейчас, мне кажется, давят на людей, вот, знаете, есть такой момент, вот у меня есть там пару часов свободного времени, насколько качественно я его проведу, да, у нас постоянно давят. Да, кто-то качественно может пойти в тренажерный зал, а кто-то качественно на лекцию по искусству, да, вот как-то вы фокус-группу какую-то собирали, все-таки, ну, может быть, какое образование у этих людей, почему они где-то не дослушали, может быть, на лекциях в школе, на занятиях? Я думаю, что это просто интересно любому человеку, который хочет быть культурным человеком. Поэтому... Ну, вы говорили о лекциях, которые в тренде. Что больше всего собирает людей? Ну, не знаю, Босх, Брейгель. Босх, Брейгель, да? Ван Гог, эти темы собирают людей, конечно. И искусство тех эпох, тех народов, которые практически нигде не читаются. То есть в данном цикле у меня был, например, палеолит, неолит и искусство, например, шумерское, которое практически нигде у нас невозможно услышать о нем ничего. И кроме того, лекции же не... Так как я культуролог, лекции не совсем даже по истории искусства. Это скорее выявление каких-то причинно-следственных связей, выявление каких-то таких моментов, почему мы так мыслили, почему у нас было такое отношение к искусству, и как оно изменилось теперь, и зачем нам это нужно. Хорошо, вот с этими лекциями понятно. Здесь, наверное, уникальность. Это все-таки уникальный материал, который мы... Ну, очень сложно нам найти просто так. Да. А почему Босх, да, почему Брейгель? Это какая-то мода на художников? В принципе же, всю эту информацию, наверное, можно найти в интернете, если очень захотеть. Ну, наверное, эти темы интересны прежде всего, потому что у нас есть все-таки связи с древним, со средневековым искусством и культурой. И мистика и нечто за пределами нашего понимания, оно будет актуально во все времена. Я, в принципе, интересуюсь искусством. Начинаешь смотреть в интернете, какие-то книги покупать, и везде абсолютно разная информация. Там про тот же дадаизм, может быть, начиная от того, что это Ленин Дада там где-то сказал. Как вот отсекать вот эту информацию фейковую, да, от натуральной? Вот на что вы ориентируетесь?
Ну, это главное профессиональное умение. На самом деле, в любой профессии, не только там искусствоведов, культурологов, научиться получать информацию в нужных источниках, научиться ее обрабатывать и научиться преподносить. Да, как кому еще можно верить. Да, действительно, вот этот момент доверия к источникам, проверки для меня очень важен. И, кроме того, на лекциях стараюсь учитывать и самую последнюю, новейшую информацию. То есть, если дело касается каких-то древних эпох, да, то есть по ним активно сейчас археологические какие-то открытия идут. И, то есть, например, в лекциях задействуется материал там, 2008 года, 2013 года открытия. Да. И поэтому, если вы получали образование до 2008 или до 2013, вы точно этого еще не знаете. Ну, только если там, не знаю, по новостям где-то видели. Как-то так. Поэтому смысл приходить в любом случае есть. Ну, потому что, ну, все-таки большинство художников мертвы, про кого мы слушаем. А как все-таки проверить, было это или нет? Или вы все-таки подаете эту информацию, но говорите, что, возможно, она не точна? Главное правило для меня – это здравый смысл. То есть даже если я читаю труды, там, не знаю, советских, несоветских искусствоведов, всегда фильтрую через свои какие-то профессиональные знания и отсекаю что-то лишнее, что-то ненужное. Стараюсь обращаться к иностранным источникам, потому что на самом деле массив той же англоязычной литературы по нашим темам, он гораздо больше, чем русскоязычный, это понятно. Поэтому стараюсь сформировать такую базу каждой лекции свою личную и затем отбирать то, что считаю нужным. Кроме этого, еще обрабатывать своим, скажем так, видением, своим подходом, потому что каждая лекция это уже не просто обзорная лекция по истории искусства, да, как было в прошлом году, это уже некое мое авторское видение. Ну, знаете, многие музеи решают для себя принадлежность, например, Шагала по-своему, у кого-то он русский, да, у кого-то... А вы как культуролог, вот. Как с этим скользким вопросом наш. Определяетесь? Как учиться? Кто наш, кто не наш? У меня часто спрашивают, да, почему вы по этой теме не читаете? Почему вы по этой теме не читаете? Да, почему там Шагал наш или да, не наш? Да, да, все-таки. Да. Вот недавно приезжал знаменитый Парфенов, да, который рассказывал, что нет, не наш, русский. Если касательно художников, да, которые там где-то учились, где-то выросли, где-то родились, я учитываю прежде всего, наверное, страну, в которой они, ну, если говорить как культуру, в которой они выросли, которая больше всего им дала. Вот сейчас подходит к концу как раз-таки ваш последний курс, крайний, да? Да, крайний. А все-таки что будет следующее, что будет дальше? Вообще, хочется на короткое время, это будет какой-то краткосрочный курс, хочется немножко отойти от истории искусства и, возможно, переместиться больше в область культурологии и, возможно, даже в мифологию. И, скорее всего, это будет курс весной, и, скорее всего, он будет вскрывать какие-то таинственные смыслы сказок, возможно. Все-таки тайны, да? Да, пока это тайны больше всего. А, кстати, вот что интересует людей больше, личное или все-таки практическая деятельность людей, о которых вы рассказываете? Вы имеете в виду... Личная жизнь, да? Ну, мы знаем, что у многих художников она была очень бурной. Очень... О ней можно, наверное, годами эти лекции читать. Да, да. Вот все-таки ваш слушатель, его что больше интересует? Я иногда вставляю какие-то такие ремарочки из биографии каких-то или из каких-то событий интересных, которые мне кажутся интересными, либо важными для этой темы. То есть иногда даже, пусть это не слишком веселое событие, но иногда оно важно о нем сказать. Все-таки я надеюсь, что в целом людей интересует раскрытие смысла, да? Раскрытие темы, как она преломляется, то есть сакральное искусство, тот цикл, который я сейчас читаю, это не эпоха, это не период, это угол зрения, это видение, под которым мы смотрим на искусство. Поэтому мне кажется, что люди, которые приходят, им больше всего интересно вот это. Но, конечно, когда есть момент, я могу и анекдот рассказать о ком-нибудь, то есть о какой-то личности. Поэтому, стараюсь как-то...
Вот вскрыв, подняв все эти пласты культурологические, вы вывели для себя формулу, по которой становятся, может быть, известные и популярные художники, остаются веками, да? Почему один нет, а другой? Вы знаете, наверное, самыми известными, так или иначе, не всегда это замечается сразу обществом, да? Иногда художник успевает много лет умереть и покоиться с миром, да. Но мне кажется, что больше известность приобретают затем те, кто лучше всех отразил свою эпоху, свое время, свою культуру, попал вот в эту именно струю, как-то вот эту нить удержал и смог передать потомкам. Ну, для вас, например, биде Дюшана — это искусство? Это жест художественный, который говорит об изменениях в искусстве. Для меня так. Скажите, а если была возможность выпить чай сейчас не со мной этим утром, а с одним из великих художников, кто бы это был? Ну-ка, один. Я бы ответила на этот вопрос по-другому, потому что я сейчас вся в таких древних эпохах, поэтому я бы, наверное, с теми, кого я даже иногда не могу не знать имена, все-таки, наверное, с кем-то из древнего Египта. Вывести кого-то из тени, да. Ну и тогда последний вопрос. Вот все-таки расскажите нам, для чего современному человеку лекции по искусству сейчас, век, когда информации, наверное, даже слишком много, информация легко доступна, что это может дать? Потому что это очень краткий, такая выжимка, такой хороший способ быстро пополнить свою базу знаний, стать более образованным культурным человеком, потому что вы прекрасно знаете, что 100-150 лет назад стоило человеку прочитать, там, не знаю, 100-200 книг, и он считался уже суперобразованным человеком, да. Он был собой доволен. Сейчас мы можем читать круглосуточно, но это никогда не даст нам гарантии, что мы знаем все, даже по своей какой-то теме. Поэтому, конечно, приходить на такие лекции, приходить на лекции по истории искусства, это прежде всего вкладывать в себя.